زور کن زا بر کنی اندای اوندن اوندن کپتا سی کپتا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم گتی E'tiboringizga Sankt-Peterburg shahridagi R3 Maximus Gym yangi sport klubi ochilganligini ma'lum qilmoqchimiz. Murabbiylik vazifasida esa juda ham ko'plab shogirdlarni katta sport maydonlariga olib chiqqan mashhur jangchi Maxim Kuldashev. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin. Bizning manzil Yelizarovskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36-uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Sport sog'lik garovi. Avvalambor assalomu alaykum bolalar, mana shu Toshkentdan O'zbekiston terma jamoasi bu yerda qancha delegatsiyalar mana eski bayeslar hammasidan tabriklagani keldi. Avvalambor shunaqa zal qurilganidan biz juda ham xursandmiz. Emashda shuncha qora ko'zlar turibdi. O'ylaymanki, shu yerdan ham jahon chempionlari, balki boksdan boshqa narsa olimpiada chempionlari chiqar. Omadingizni bersin. Bu qayta sport bo'lsa, o'sha yerda jipslashgan bo'ladi. Hammalarga mana shuni organizovat qilgan mana Rustam, hamma shu yerdagi qo'l kimi shunga hissasi qo'shilgan bo'lsa, hammasiga rahmat deymiz. Hammani boshini bitta qilayotgan narsa bu sport. Спасибо вам огромное, ребята, которые это спортзал создали. Очень красиво, очень нам понравился. Здесь вот приехали и ради уважения чемпионы мира, олимпийские чемпионы, чемпионы Азии, азиатские игры, даже из легенды бокса. Да, легенда бокса. Здесь и вот чемпионы мира по тайскому боксу из Москвы приехали. Приехали еще. Вот Бахадыр Джавалов, чемпион мира по боксу, приехал. Чемпион мира вот Мырзагалилов, чемпион Азии. Юниоров Олимпийские игры, чемпион Азии, чемпион мира. Мразыс. Где наш олимпийский чемпион Шахобидин? Тоже они все здесь ради вас, ради вашего уважения, ради этого зала приехали. Дай Аллах, чтобы вы всегда вот побеждали и своих тренеров труд, чтобы подняли. И, конечно, Умаров Отабеке из Ташкента, из ММА, вам передал вот футболки, подарки, чтобы вы тоже вот приезжали в Узбекистан, и узбекские бойцы сюда приехали, чтобы провели совместные тренировки, совместные соревнования. И Шерзот Рысыбаевич, огромный вам привет, и спасибо им, кто это все организовал. Вот Азаке, всем-всем спасибо, кто хоть чуть-чуть свое это сюда вкладывал. Спасибо вам большое. Предоставляется старшему тренеру сборной Узбекистана, тренера Бахадыр Джалалова Кылычев.
честно сказать, мы рады видеть вот так зал ММА и нашими соотечественниками. Вот открылся зал, и побольше таких залов. Вот сюда мы приехали видеть вас. И здесь вот приехали из уважаемые люди из Питера тоже вместе с нами. Мы радуемся, когда у нас вот такие залы, ну, развивается ММА. Думаю, здесь отсюда тоже выйдут чемпионы, титулованные спортсмены. Самое главное, это спорт объединяет. Самое главное, это как здоровый образ жизни. Остальные чемпионства, это само собой, кто трудится, тот будет чемпионом. И мы всегда желаем вам удачи в спорте, на работе. И все, что вы думаете, мечтали, чтобы сбылось. От души спасибо вам. И думаю, еще раз увидимся в следующем году. Опять мы постараемся приехать. Болды, мана бүгін чемпионларды көрепсіле. Кубы губернаторы бөлі чемпионлы. Олбилярды. Bulaslarga katta motivatsiya. Shuncha bir tabriklasak, chin dildan o'zimizni Ну, вы меня многие знаете, я президент Лиги боевого самбо Северо-Запада. Вот мы совместно с Нажмединым, с Рустамом проводим турниры, воспитываем молодежь. Большое спасибо ребятам, то, что они действительно вот сюда душа здесь вложена. Только для того, чтобы вы работали, чтобы вы старались, чтобы вы были чемпионами. Мы постараемся вывести вас на большие ринги. То есть, вот летом, например, на Ян Игл. То есть мы посоветуемся с Нажмединым, с Рустамом, кто из вас более достоин. То есть я вам гарантирую, что вы будете выступать, будете зарабатывать деньги. Но это все зависит только от вас. За вами будем смотреть очень пристально. И я желаю вам успеха. В таком зале можно стать чемпионом, я думаю. Со мной все согласятся. Да, да, большое да. Спасибо ребятам, то, что они в душу вложили деньги, средства и да. Время свободное. Молодцы, да. Еще одно хочу сказать. Янака, можно вас на минуту? Я что хочу сказать, этот человек, вы даже не представляете, в вашем городе есть такой человек, это Ян Кульков. Мы подражали, чтобы быть как он. Он защищал честь Узбекистана, он да, ну, достойно защищал, он мастер спорта международного класса, он сейчас здесь живет, он воспитывает чемпионов. Как сказать? Ну, в дальнейшем сотрудничество вот с этими, у вас все получится. Такие люди есть у вас в городе. Я хочу просто, не мог просто так незаметно вот говорить вам. Его не этот. Я хотел его представить вам. Это Янака от души. Спасибо. Еще вот, да, вот чемпион мира по тайскому боксу. Легенда. Тайского бокса, трехкратный чемпион мира. Он выигрывал и в Таиланде, и в Узбекистане, и везде. Он приехал сейчас в Питер, он приедет, тоже будет нам мастер-класс показать. Это что-то понравится, можете вместе с ним работать. Далеко. Хороший боец, хороший это. Да. Любите его, да. Да, Богодреке. Это наш капитан команды. Капитан команды. Hammaga, hamma sportchilarga, sizlarni ko'rib turganimizdan, sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa hammalaringga omad tilaymiz. Xudo xolasa shu vatanni bayrog'ini yuqoriga ko'tarib, jahon arenalarida inshaalloh O'zbekiston desa hamma taniydigan bo'lib, inshaalloh mana shu zallarda chempionlik. Xo'p, bilan aytib qo'ydim. Biz duodamiz, har doim biz sizlar bilan inshaalloh hamma chempion. Masalan, keyin meni hech kim tanimaydi deb yuraveradi. Rustam, davay, podarki. Мастер спорта международного класса и чемпион мира
из Москвы, да? Московской области. Вам Кремен Комбат клуб. Мастер-класс, давай, как бы лапотить. Взяли спорт-клуб, Московской области, акелар билан гаплаштырмыз, бошлыклар билан, худоңызга келилер, буларга, бурмызга келгенче оқып алмашып, кача ярдамыз тейсе, уфрам боламыз. Эй, кем дур, ну болса, Баршовский почетный кушай, Фарух, кто еще не макласа? Хорошо, да, Сергей. Молодец. Машин не арсла? Я торт на хуешке. Очек машин, мана. Бля, о, ага, мэн. А ты че? Дамат леги. Торам были. Шухратаке? Оркес текс мэн, о? Бурма оркес текс турмады. Туртты давай ортингла. Бери мэна. Бери хошина бери орам. Туртты кто отрыб? Янака бобта. Тимурака. Болды Янака. Да. Обязательно. Эртри Максимус Джим. Тортымыза.
тренерларга, ондан шу гостиницага кетади. Машинкан одракан? Машинаны мен алып майнашым. Борбинча комит 4 мы. Мен еп коям. Расмга тушайлык.